Рубрика «Отвечаю на вопросы». Вы спрашиваете, я отвечаю. Много вопросов по поводу одежды. Я понимаю, что это как-то, ну, так принято, что знаменитые люди, какие-то известные, скажем так, рассказывают о своих гардеробных, какие там сумки, туфли, кто что любит и так далее. Я вот тут вот как-то, честно скажу, себя не чувствую компетентной, потому что вот вы меня спрашиваете, какие джинсы я ношу. Я знаю точно, что на мне неплохо сидят Carrington Elliot. Есть такая марка. А больше я не помню ни одной марки тех джинс, которые у меня есть. Может быть, по-моему, белые Аспизи у меня есть, еще что-то. Ну, в общем, это вот так вот копаться в памяти или перебирать тряпки в руках, как-то я не понимаю. Я правда к одежде отношусь хорошо. Я правда люблю хорошо выглядеть, ну, как нормально любая женщина. Я по большому счету спокойно могу как бы обойтись без шопинга несколько месяцев. И я спокойно могу надеть то, что я купила 20 лет назад, и то, что я купила позавчера. Мне как-то вот это все, ну, как-то не так меня это возбуждает, как другие вещи в моей жизни. Делать в пробках. Я понимаю, что это, конечно, проблема больших городов, и, безусловно, там люди, которые перемещаются на своем транспорте, они эти пробки-то и создают. Это мы с вами эти пробки создаем. У меня здесь есть в машине Wi-Fi, поэтому я смотрю фильмы, я смотрю какие-то видео на YouTube, которые меня интересуют. Я привожу себя в порядок. У меня есть всякие маски. Вот, например, коллагеновые листы. Вот такая маска есть японская. Вот, двухшаговая. Вот такая вот маска. Ну, представляете, когда стоишь 2 часа в пробке, или там полтора, нормально успеваешь привести себя в порядок. Маска уже легла на лицо. Все мешки сняты. Все подтянуто. Свежак полный. Я пью чай. Вот, вожу сюда с собой чай. Я пью кофе. У меня с собой кофе. У меня с собой даже есть чашка, чтобы я пила не из пластикового стакана, а из чашки. У меня в машине целая жизнь. У меня есть шоколад черный, в основном конфеты. Ну, когда я ем, то у меня есть еда. А сейчас у меня овощной бульон вместо еды. Вот, что еще у меня? Ну, у меня вот, я могу переодеться. Например, я еду сейчас с одной съемки на другую. У меня с собой сменная одежда. А потом спать у меня в машине получается редко, если честно, но иногда получается. Еще я в машине выкладываю в Инстаграм какие-нибудь картинки, потому что это идеальное время и место, когда ты действительно, у тебя есть на это реальные какие-то там 10-15 минут, чтобы выложить фотографию. Возникло довольно много видов деятельности, бизнеса и вообще способов зарабатывания денег, которые связаны с виртуальным каким-то миром. И блогеры, которые я еще там, 4 года назад, мы с подругой были в Италии, и, ну, смотрим, какие-то девушки, ну, там в 11 утра мы кофе вышли попить, и какие-то девушки в таких вот пачках пышных, разодетые, и фотографируются. Я немножко удивилась, она говорит, это блогеры. Для меня это было удивительно любопытно. Ну, то есть, как-то неужели девушка, как, вот я на нее смотрю, она ничего она в жизни своей не сделала. То есть она неизвестна ни как актриса, ну хорошо, ни как модель, которая ходила по подиуму, там, я не знаю, у Лагерфельда или у Армани, или еще у кого-то. Ну, то есть, да, и там делала какие-то рекламы большие. Ну, то есть ее красота как бы уже такая established, да, то есть она представлена, мы ее знаем. Нет, она не это. Она не писательница, она не поэт, она не, я не знаю, ну, в общем, за этим человеком для меня ничего не стоит. Почему я буду смотреть в Инстаграме ее профиль, лайкать, подписываться, чтобы что, посмотреть, как девушка в пышном платье в 11 утра стоит на ступеньках какого-то собора в Италии? Мне это по-прежнему кажется странным, но практика же мне странным. Знаете, вот в августе погода холодная, это тоже всем кажется странным. Но это существует, и это пользуется спросом. Мне кажется, что Инстаграм на самом деле не будет жить вечно.
Мне кажется, что поколение тех людей, которые вот сейчас на нем вырастают, возникнут новые средства, новые мессенджеры, какие-то новые виртуальные, к ужасу. Я вот это, я эти выводы все делаю, посмотрев сериал, так довольно плотно я его посмотрела, «Черное зеркало», «Black Mirror». Я думаю, что там очень недалека та реальность, про которую нам говорят, и не только заработок будет идти через вот этот какой-то виртуальный мир, но и вообще, к сожалению, дружба, любовь и многие другие радости, без которых, например, я свою жизнь не представляю, могут переключиться в ту вот эту сферу, и это, по-моему, ужасно. По-моему, это ужасно. Но запретить ничего нельзя. Все. Если посмотрим на цифры, ваша популярность стабильно растет. Не бывает настолько счастливых людей. Даже двухлетка со сраным шариком не так счастлив. Black Mirror, каждая серия, которая просто отдельный фильм, и вот серия, которую я посмотрела, предпоследняя в пятом сезоне, как раз о том, что смартфон, в принципе, может убить. Что смартфон — это очень опасно. И человек, ну это понятно, это не какое-то недалекое будущее, это цитаты современности. Когда создатели вот этого всего такого ума, вот этот абсолютно искусственного интеллекта, своим собственным детям не разрешают иметь айпады, играть там в эти игры компьютерные, сидеть с утра до ночи в телефонах и в мессенджерах. А в массы это все продается миллиардными какими-то невероятными тиражами, и все и другие дети, наши дети, они глупеют, теряют свое время и в результате губят свои жизни. Так вот, я серьезно, это вот если бы такие проекты у нас создавались, почему-то такие проекты и не создаются. А играть какую-нибудь очередную хозяйку брачного агентства или там еще что-то такое, мне это неинтересно. Я лучше буду заниматься, я честное слово, я лучше буду на кухне стоять, изобретать новый рецепт ватрушек и потом показывать его или в программе «Сладкое соленое» на YouTube, или там в программе «Едим дома», или этот рецепт войдет в очередную книжку кулинарную, над которой я работаю. В этом я вижу больше смысла, для меня это гораздо более продуктивно. Хотя я вот артистка, и по идее должна хотеть сниматься все время. Но мне когда спрашивают, почему вы так мало снимаетесь, или там, почему вас не снимают другие, почему-то спрашивают не просто любопытные зрители, или там люди, которые следят за тем, что происходит в программе «Едим дома» или в YouTube-проектах. Спрашивают иногда коллеги, спрашивают журналисты, почему я не снимаюсь в каких-то сериалах, почему я не снимаюсь, очень-очень мало снимаюсь у других режиссеров, кроме Кончаловского. На самом деле на эти вопросы есть ответ. Не снимаюсь я в сериалах, потому что хороших сценариев лично я практически не получаю. Там, может быть, за все время там было 3-4 интересных сценария, и что-то там не сложилось. Где-то график не совпал, где-то в результате взяли другую актрису, не меня, где-то не договорились по там каким-то условиям. Я не знаю, почему так происходит. Вот я, например, посмотрела недавно сериал «Эйфория». Я остановилась на третьей серии, мне сложно было продолжать его смотреть. Настолько это страшно. Страшно в смысле, как это здорово сделано, какая поднимается проблематика в этом сериале, как, что мы теряем поколение людей, тех, которым сейчас там 13, 14, 19 лет, как мы легко теряем этих людей, отдавая их наркотикам, каким-то абсолютно поверхностным вещам в жизни, как они не развивают себя, как они просто уходят куда-то в небытие, которое связано с массовой вот этой медийной культурой, и с этими смартфонами, с этими мессенджерами, с этим вообще всем ужасом. Привет, я Ру, у меня зависимость. У тебя начинается новый этап. Это новая девчонка, вы с ней подружитесь. Я Ру, я Джулс. Вдруг земля уходит из-под ног, и только один человек имеет значение. Это действительно страшно. Если бы вот у меня была возможность сняться в таком проекте, я бы очень
действительно мечтала, не спала ночами. Но как-то почему-то наши производители не снимают такого. Я не знаю почему. Может быть, боятся, что не будет рейтингов. Может быть, не хватает бюджета на такие. Мне кажется, это амбициозные проекты. Все знают, что в кино очень много времени уходит на ожидания. И, честно говоря, меня это совсем не утомляет никогда, потому что я люблю этот процесс. И я не чувствую это как ожидание, я чувствую это как процесс подготовки. И в данном случае это именно процесс, когда меня интересует все, все детали. И мне нравится быть на съемочной площадке, мне нравится быть частью всеобщего процесса, особенно, конечно, когда это хорошо организовано, тогда это вообще просто кайф. Это правда, кино — это заразно. И я понимаю этих людей, которые уже однажды попав в эту атмосферу, никогда не могут уйти из кинематографа. Неважно, какую работу они выполняют по ту сторону камеры или по эту, это все очень, это очень заразительно и заразно. Ну вот что я делаю, когда я жду? Ну, конечно же, я изучаю сценарий, конечно же, я работаю над текстом, запоминаю его. Потом, если бывают такие сцены, когда текста нет, но сцен, ну там, да, длинные, долгие, их снимают долго, ну там проходы, переходы, например, там в машине, из машины вышел, поднялся по лестнице и так далее. Ну вот, тем не менее, чем я занимаюсь? Я смотрю фильмы, сериалы, читаю книжки. Или слушаю музыку. Музыку я слушаю, вот у меня вот такая классная колонка. Мое последнее открытие сейчас. Кусочек маленький-маленький. Покажу. Просто маленький, потому что нельзя. Вы нуждаете, да? Je voudrais tant que tu te souviennes des jours. Вот. Французский язык учить у меня не получается. Вообще, я пробовала учить языки в гримерке. Не получается, потому что нужна другая концентрация, то есть нужно на какой-то момент, даже если это час. Ты можешь сидеть ждать час, ты можешь сидеть ждать 3 часа, но ты должен забыть о том, что ты на съемочной площадке, а я вот об этом не умею забывать. А это так, фон. Сериал тоже фон. Книжки тоже читать, если то не очень такие, которые поглощают внимание, несерьезные. Поэтому в этот раз, вот я сейчас читаю роман Фридриха Горенштейна «Место». Это очень интересно. Это такая литература советская, которая, наверное, даже те, кто прочел ее в советское время, вряд ли будут перечитывать, но язык у него потрясающий, потрясающий. Я с удовольствием читаю, но читаю по вечерам. На съемочную площадку с собой эту книгу не беру. А еще стала смотреть сериал «Пули», «Bullets», от создателей, тех, кто снял «Мост», вот это, да, шведско-датский проект. Что-то как-то какая-то тоска. Вроде хорошо играют, тоже начала так. Может, я не в том настроении, но нет там этого напряжения, нет этих характеров, нет там какая-то чеченская террористка. В общем, как-то все это как-то произносится плохо. Ну, как всегда, знаете, наверное, их тоже раздражает, когда мы с русским акцентом говорим что-нибудь в наших фильмах или сериалах. Но там это уж очень как-то меня прямо так, не знаю, не пошло. Как ты меня нашел? Почему-то Бурова дала себя поймать. У нее не было выбора. Те, кто меня знает, они знают хорошо, что если начинаешь что-то смотреть, я, в принципе, такой настойчивый товарищ. Я дохожу до конца. Нет. Вот я стала понимать, что мне жалко моей жизни, моего времени, и не дохожу я до конца. Вот, так что все, пошла я одеваться в костюм. Сериал посмотрела английский. Называется «Годы». Он чем-то похож на «Черное зеркало», про недалекое будущее. Еще не люблю фантастику, но это скорее реальность. Мы несемся навстречу очередной катастрофе. Когда этому придет конец? А мне на это... Всего лишь жилищный инспектор. Ну да, скукотища. Места не хватит. Я не транссексуал. Я транс-человек. Я буду информацией. Если думаешь, что выйдешь онлайн, ошибаешься. Но я всем советую смотреть «Черное зеркало». Ну вот, это то же самое. Ну, в смысле, тема одна, но там еще и политика, и расстановка в мире сил, что вообще происходит. Ну, это интересно. То есть, и сделано так, что это как бы действительно, оно к тому идет, и это все может быть. Вполне серьезно. Так что немного страшновато. Ну, вообще, что вы посмотрели интересного? Нашим отечественным кинематографии и порекомендуете.
нам и нашим любознательным телезрителям, не телезрителям, в общем, зрителям. Я посмотрела. Есть такой фильм, «Софичка» называется. Не могу рассказать про что, это вообще, ну, так, как бы жизнь до, после войны. Ну да, но, да, жизнь. Но при этом... Жизнь – это женщина. Да, жизнь – это женщина, но мы не видим ни войны, только лишь последствия, как они сказались на людях. Это, ну, такой интересный ход, мне понравилось. Пазили Искандер, да, это Пазили Искандер. Да. Это очень круто, это прочитать надо обязательно. Ты читала? Да. Сарахану Сапсахцу. Фильм этот документальный из двух серий, состоящий про Майкла Джексона. Я рекомендую посмотреть, потому что мне кажется, что проблематика, которая там затрагивается, она гораздо глубже само понятие, был ли Майкл Джексон педофилом или не был. Лично для меня вопрос как бы не стоит. Для меня вполне убедительно вся история звучит, которая рассказана в этом фильме этими двумя героями, двумя ребятами. Каждый день был полон волшебных приключений. Играть в салки, смотреть кино, есть всякую всячину. О чем еще может мечтать ребенок? Это как тусоваться с другом, который тебя старше. Что меня совершенно вот поражает всегда в таких проектах, как здорово умеют люди, которые делают это документальное кино, как они здорово умеют общаться со своими героями, когда герой настолько четко формулирует не только свою мысль, но еще и может объяснить свои чувства. И чувство передается через экран. Это невероятно. То есть я не думаю, что все люди, у которых берут такого рода интервью, могут настолько прямо лаконично, с одной стороны, а с другой стороны, точно выражать свои мысли и рассказывать о своих чувствах. А здесь получилось невероятно. И мне кажется, этот фильм, он важен как раз именно для родителей вообще. Родители должны смотреть такие фильмы. И, может быть, те люди, которые нечто подобное пережили, это тоже может быть серьезная помощь. То есть тут дело не только в Майкле Джексоне, гораздо, гораздо глубже у них получилось копнуть. Поэтому я искренне рекомендую. Вы знаете, Жан Габен? Voilà. Je pense personne connaît maintenant. Ah non, mais moi je l'appelle rien, je suis de Montréal. Ah. C'est personne qui le connaît. Merci. Нет, а правда, если увидеть вот лицо, это просто Жан Габен, это икона для меня, икона, артист, который действительно ничего не играя, мог выразить так много. Гениально совершенно. Я бы хотела это узнать. Людей, которые вот здесь. Ну, чуть-чуть младше 40. Они знают, кто такой Жан Габен? А у нас знают, там, кто такой Крючков? У нас знают, я про театральных вообще, мордвинов, кто такой, я вообще молчу. У нас это как-то остается, сохраняется, или это все совсем уходит, исчезает навсегда? Уходит. Скажите, вы знаете, кто? Là, c'est Jean Gabin. Merci. Merci. Ну вот, полицейский знает. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez qui est Jean Gabin? Bien sûr, je connais Jean Gabin. Un grand acteur, il est décédé, ça fait longtemps. Bonjour. Est-ce que vous connaissez qui est Jean Gabin? Jean Gabin. Jean quoi? Gabin. Jean Gabin. Jean Gabin, oui, bien sûr. Qui? Un acteur, oui. Vous le connaissez? Oui. Et les films? Vous avez les films? Oui, oui. Le chat avec Simon. Oui, Simon Signoret. Merci. Je vous en prie. Merci. Maintenant, il faut venir manger ici. Hein? Non, pas maintenant. Est-ce que vous connaissez Jean Gabin? Non. Non? L'acteur, grand acteur français? Vous êtes français? Ouais. Est-ce que vous connaissez Jean Gabin? Jean Gabin, ouais. Qui est? Bah, c'est Jean Gabin. Non.
Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, bonsoir. Est-ce que vous connaissez Jean Gabin? C'était un grand acteur français. Et vous êtes français? Ah oui, bien sûr. Ok. Voilà. Très bien. Alors, par contre, vous êtes de quelle nationalité? Je suis russe. Vous êtes russe? Oui. C'est pas possible. Regardez, c'est ma fille, elle est russe. Elle est russe? C'est ma fille. Venez voir, venez. Vous знаете Жана Габена? Я знаю. Вы не знаете Жана Габена? Великий артист. Вы видели фильм «Ле Шен»? Симона Синьоре и он... Симона Синьоре и Жан Габен. C'est magnifique. Le chat. Le film magnifique. Magnifique. Alors écoutez-moi. Voilà. Vous allez vous asseoir ici et vous allez faire une coupe de champagne. Don't you love her, Madeleine? You wanna be her daddy? Don't you love her, Wayne? Don't you love her? She's walking out the door. Слушай, а хорошо вот такую афишу с Габеном дома иметь? Она же очень красивая была, помнишь? Вообще афиши дома, мне кажется, особенно старые, это прям предмет интерьера. Это очень круто. Ну, а сколько их может быть? Не, ну зависит от того... Нет, ну, подожди, ну почему перебор? Нет, ну зависит от того... Во-первых, я считаю, абсолютно серьезно говорю, что туалет... Да, дверь в туалет. Ну, серьезно, ну нет, я сейчас... Как же календари с голыми женщинами? Юля, ну подожди, у меня никогда дома в туалете не было календаря с голыми женщинами. Нет, ну правда, я сейчас говорю об отремонтированном доме. Я сейчас говорю, когда все-таки мы думаем об интерьере, когда мы... Я считаю, что афиша — это хорошо, прихожая, может быть, кухня. Угу. Например, какая-нибудь старая реклама. Угу. Там какого-нибудь шоколада, я не Они знаю, начала 20 века, знаешь, да, там да, какая-то. Да. Ну, то есть, вот это все, оно создает какую-то такую атмосферу. Я это люблю. Для меня это теплый элемент интерьера. А вот у меня, например, кстати, в одной ванной комнате висит меню из вот «Титаник» был, и еще был. Одновременно практически тоже такой же лайнер отходил, как то назывался, королева, чуть ли не королева Виктория, я боюсь сейчас сказать точно, но там меню вот первого праздничного ужина, и оно настоящее, аутентичное, с этого лайнера, и это так круто, понимаешь, ну вроде бы, казалось бы, кусочек бумажки, или вот эти вот у меня здесь в кабинете висят, я дорожу ими невероятно, для меня это уже, ну, конечно, это не винтаж какой-то, не винтажные вещи, но все-таки это постеры из ресторана «Йорник». А что касается винтажа, мне, кстати, нравится, вот ты сказала про рекламу, они, знаешь, жестяные такие еще. Подносы. Поднос. У меня есть такой. Да. Да, у меня такой есть. Я тебе покажу, у меня дома есть. А, круто. Да. А вот это я купила, это на самом деле не старая вещь, но она как раз передает такое меморабилие французское. Вот эти вот, это был такой шоколад. Угу. Горячий, видишь? Угу. Какао, пудра какао. Это реклама. Размещенная очень умно на подносике. На подносике. Очень мне нравится. А вот это настоящий жестяной Liberty. Я купила в Лондоне. Это тоже переделанное, но переделанное из уже того, как был поднос. Понимаешь? Угу. Рисунок Liberty очень круто. Его успели заносить. Он стоил мне... Я купила его, по-моему, на Портабелло в Лондоне, стоило 3 копейки. Вот, ну, реально, там, я не знаю, 4 фунта каких-нибудь. И вот я собираю, мне нравится. Я не захламляю, потому что новая посуда, это тоже прекрасно. Мне вот там уже сколько всего нового. Но вот это атмосферная история. И я думаю, что... Знаешь, почему? Все равно у нас у всех руки-ноги растут из детства. Почему так все любят сейчас ностальгировать по Советскому Союзу? Они любят не то слово. То есть продукты питания, которые они запаковывают, валя советскую упаковку, они намного лучше покупаются. Все хотят вернуться в детство, да? Все, да, хотят все почувствовать этот вкус. Ну, там, наверное, Советский Союз давал какую-то стабильность людям. Это был страшный режим, но стабильность вот обычному рядовому человеку, она была в жизни, там вот она существовала, присутствовала. А сегодня, наверное, все-таки как-то хотя бы выбор огромный, а хочется что-то зацепиться. Это твои главные сокровища, как я понимаю? Нет, нет, я люблю посуду. И я, честно говоря, когда мама моя говорила там, в, не знаю, в 82-м году, что мне не нужно ничего. Ну, невозможно было тогда купить сапоги, туфли, платья. И мама говорила, мне не нужно ничего. Посмотрите, какие я достала хрустальные фужеры.
фужеры? Я думаю, мама с ума сошла. Сапоги надо, какие фужеры? Причем вы же переезжали все время. Да, ну да. Вот, представляешь, вот переезжали. И вот я это очень хорошо помню. Бумагу заворачивали. Причем хрустальные фужеры действительно армянские. Хрусталь с ручной инкрустацией. Они были без золота. А руками там вот прямо такие, знаешь, углубления. Очень красивые фужеры были. Мама, где фужеры? Угу. Ну, очень красиво. Кстати, мама мне отжалела. Вот это бабушкин сервиз. Угу. Вот я его в детстве накрывала только когда был день рождения, Новый год, понимаешь? А ты не знаешь, да, что это за сервиз? Он похож на орнамент какой-то латышский. Да, что-то есть такое. Я думаю, на самом деле, у меня ничего не написано. Дедушка с бабушкой были люди скромные, я думаю, что ничего. Ну, стоял он в серванте, понятное дело, как нужно. Сохранился хорошо, видишь, даже золото не очень-то вот так вот, позолото. Вытерлась. Это, значит, кобальтовая сетка, которая знаменитая, Ленинградский фарфоровый завод. И она до сих пор культовая, но это тоже советских времен. Вот написано Made in Russia. Экспортный вариант. Mm-hmm. И я так понимаю, что Наталья Петровна купила, чтобы передать Андрею Сергеевичу в Америку, когда он уехал, мама его, Наталья Петровна Кончаловская, чтобы передать в Лос-Анджелес, когда он уехал в начале 80-х. Такая же самая история здесь, это гжель. Смотри, гжель какая-то такая... Смотри, какая она тонкая. Да. А сейчас какая-то... Погрубее, да, сейчас? Гжель. И тоже написано handmade. Вот, это обидно же. Посмотри, какие они разные. Посмотри, каждая блюдце разная. Посмотри, каждая чашечка. Все. Это, ну, просто мне кажется, что вот в этом очень глупо сделали многие, те, которые... Я, к сожалению, не смогла сохранить, потому что много кочевало. Но те, кто повыбрасывали и избавлялись от этих пережитков советского прошлого, они много потеряли. Потому что это настоящая вот атмосфера. Мне кажется, вот для дачи вообще это лучшая посуда. Я, например, думаю, что, может быть, в квартире какой-то вот там современной, да, построили... Я сейчас не говорю, не дай бог, не про евроремонт, а современная квартира, может быть, это было бы неуместно. Но вот на даче, в эклектике той, которая, например, у меня присутствует, и в любой даче, в которой такой, ну, может быть, интерьер слегка небрежный. Когда я говорю небрежный, я ни в коем случае не грязный, а небрежный, да? Собраны какие-то вещи ненужные из Москвы, которые жалко выбросить, но привозятся на дачу. Кто-то что-то подарил, еще что-то. И это все как-то живет своей жизнью, обретает свое место. Вот это, ну, это жемчужины, я считаю, интерьера дачного. Где холодно на улице, где дома обустраивали, чтобы было уютно. И поэтому все эти милые штучки, какие-то серебряные вилочки, салфетки, тарелочки, вазы. Это все нужно для того, чтобы дома было хорошо и не чувствовать превратность непогоды. Понимаешь? То есть это все Северная Европа. Это Северная Европа, это не Италия. Именно поэтому здесь... Вот если ты в Провансе, провансальский антиквариат, что это такое? Да ничего, провансальский антиквариат, он похож, тут Италия, это сколько, 200 километров. Он похож на то же самое, что происходит в Италии. То есть это, ну, это может быть какие-то глиняные кувшинчики для вина домашнего. Это могут быть вязаные салфеточки, какие-то вязаные занавески какие-то симпатичные. Угу. Но по большому счету, да, по большому счету какие-то... красивые вазы или фигурки, какое-то фарфоровые танцовщицы. Ты не найдешь здесь ничего. То есть за антиквариатом на Портабелло Роуд все-таки, как ни крути. Ты давно там была? Я давно очень была, но вообще я бы хотела туда вернуться. Там действительно, я несколько раз нашла там я покупала там сборные ложки, кстати, иногда серебряные, не только посеребренные, но серебряные. Недорого. Разные, вообще разного калибра. И я покупала там фантастические тряпки. В прямом смысле. То есть это какие-то платьишки, ночные рубашки, на которых вышиты инициалы. Они настоящие, там по 100, по 150 лет. Потом, если есть хорошая портниха, на тебе это довести, я до сих пор ношу. И это такая бязь, или какая-то вышивка невероятная. Стоило просто 3 копейки. Я просто помню, что на Портабелло Роуд, как правило, платишь наличными. Но здесь тоже мало кто карты возьмет. Да. И вот просто самое главное, чтобы у тебя было достаточно денег, потому что там на Портабелло Роуд, кстати, по субботам очень часто заканчивается наличка в банкоматах. Никакого предубеждения у тебя нет, да, против... Постирал, все в порядке. Да. Все. Зимой однажды я оказалась вот на этой площади, когда был здесь прокат. Это антикварный рынок. Знаете, что хочу сказать? Наверное, меня обманули. Ну,
продали мне две вазы, которые отдали как арт-деко. Ну, у меня слабость к арт-деко. И я не жалею ни секунды. Потому что эти полчаса, ну, страшный ветер, холодно, бокал белого вина в кафе, и дальше круг на Брокан. Я не сворачиваюсь, потому что ветер все сносит. И эти вазы навсегда мне будут напоминать, неважно, реальные они, антиквариат или нет, они всегда мне напоминают об этом моменте. В современном мире мы довольно часто сталкиваемся с подделками. Ну, что только не подделывают. Одежду, гаджеты, даже молоко бывает поддельное, вот казалось бы, да? Но вот когда речь идет о подделке лекарств, это уже не шутки. Именно поэтому я доверяю аптеке «Планета здоровья». Эта сеть напрямую сотрудничает с производителями, поэтому здесь подделок быть не может. Аптека «Планета здоровья» гарантирует настоящее качество. Очень часто вы меня спрашиваете, кто это... прекрасная девушка, которая со мной часто появляется в кадре. Я сейчас открою тайну. Зовут ее Юля. Ну, вы, наверное, просто невнимательно смотрите. Я всегда говорю Юля, Юля. Вы, наверное, думаете, что я сама с собой разговариваю. Нет, это тоже Юля. Юля Скоробогатько. Она артистка, которая, ну, вот сейчас не работает артисткой, а работает вместе со мной и вообще вместе с нами над проектами, которые выходят в интернете, над проектами для Ютуба. Мне это нравится. Иногда сладкое, соленое. Ну, в общем, вообще делает массу полезной интеллектуальной и творческой работы. Ну и вообще по совместительству, или наоборот, сначала мой близкий друг, дружим мы давно. А вот это Дима. Дима – часть нашей режиссерской команды. Да, Дима снимал, мы познакомились, когда снималась Lifestyle. Не утро, Lifestyle. Утро. Нет, сначала был Lifestyle, потом было утро. Да, и потом вот сейчас... Потом мы снимали «Умный дом». Вот, мы много уже чего вместе снимали, а теперь мы снимаем интернет. Да, мне это нравится. Сладкое, соленое пока еще нет, но Дима развивает свои кулинарные способности, да. Кулинарные интересы, поэтому, я думаю, все у нас впереди. Что мы хотим вам сказать? Во-первых, мы вам хотим пожелать прекрасных, ну, уже последних дней лета. Осталось несколько недель всего до окончания лета. Лето в Москве было не очень жарким, но я, честно говоря, этому была рада. Вообще, я серьезно считаю. Потому что я все лето работала. Не гневи людей. А почему? Ну, ребят, простите, я работающий человек, и я знаю, что такое работать в жару. Мне в жару работается плохо, а тут мне работалось хорошо. Безусловно, хотелось бы побольше солнышка. Вот мы в поисках солнышка отправляемся в другие места. Порадуйтесь за нас. Я порадуюсь за вас, если вы куда-то едете. Но не только те, кто в кадре. Не только те, кто... Да, нет, да, за кадром, во-первых, есть тут человек, который держит камеру. Это Ирена. Ирена! Есть Женя, который сейчас в Петербурге, тоже сказал, что там солнечно и нет дождя. Есть люди вреченые, которые появляются иногда в кадре. Я лучше вам их отдельно потом представлю. Вот они сейчас на море, им хорошо. Но мы встретимся скоро. Ну и вообще еще команда большая, есть люди, которые монтируют. Есть люди, которые помогают нам организовывать наши съемки. Есть друзья в Италии, конечно же, в Петербурге, вообще во всех уголках нашей прекрасной родины, в Ростове, в Новочеркасске. Кстати, скоро мы туда отправимся. Ну что, мы расстаемся только на 2 недели, потому что отдыхать тоже нужно. Нужно. Как это, да, как нужно. Не странно. Нет, ну на самом деле мы будем готовить во время нашего отдыха материал какой-нибудь, но выходить в эфир мы не будем. Но это всего 2 недели. Ну всего же 2 недели. Ну это вообще ни о чем. Ни о чем. Ни о чем. 2 недели. Ну, в общем, за каникулы. Ура! Ура! До сентября! До сентября! До сентября!